Синтез литературы и музыки всегда приятен и вызывает еще больше эстетического удовольствия. В музыкальной гостиной библиотеки имени Крупской состоялся концерт студентов Донецкого музыкального колледжа имени Сергея Прокофьева. Мы очень давно сотрудничаем с этим местом, и я его воспринимаю как духовный оазис высокого уровня. И прежде всего, потому что здесь принимают с любовью. С любовью к людям, с любовью к детям, с любовью к музыке. И заведующая отделом Татьяна Александровна Демиджиева, она всегда нас очень радушно встречает. Сотрудничаем мы постоянно и с музыкальной академией имени Прокофьева, и с музыкальным колледжем имени Прокофьева, с Донецкой академической филармонией, с музыкально-драматическим театром имени Марка Бравуна. И студенты, преподаватели, частые гости нашей музыкальной гостиной. В исполнении молодых скрипачей прозвучала старинная музыка именитых композиторов. Это концерт учащихся отдела струнных инструментов, тех детей, которые занимаются в моем классе по специальности. По специальности скрипка. Это так называемое, мы стараемся всегда прийти в это гостеприимное место, чтобы обыграть свою как бы госпрограмму. Я здесь не впервые выступаю, уже третий год, с первого курса мы здесь. Здесь очень дружеская такая атмосфера, здесь всегда нам рады, нас с радостью приглашают сюда. Ну, немного волнительно выступать, но мне вот нравится радовать слушателей. Я знаю, что меня будут сейчас слушать и дарить людям радость. Мне нравится. Любители музыки смогли познакомиться с виртуозными произведениями композиторов эпохи романтизма, а также ознакомиться с литературной выставкой, специально подобранной библиотекой к концертной программе. Все преподаватели, студенты, они наши читатели, они обращаются к нашему фонду. И, кстати сказать, нотный фонд нашего отдела, он уникальный. 40 тысяч изданий, нот для всех инструментов, оркестров, ансамблей, голосов, хора, клаверы, опер, балетов, оперет. Это настоящий клондайк для музыкантов и студентов, и профессиональных исполнителей. Программа называется «По страницам скрипичной классики» и имеет не только культурный, но и образовательный характер. Мне кажется, что музыка и литература – это вещи, связанные между собой. Мне кажется, музыка без литературы не может существовать все равно. Тут играется по-другому. Во-первых, здесь акустика замечательная, здесь акустика как в храме. Это и есть храм искусства.